Мэр Магадана Юрий Гришан посетил русскую горнолыжную школу. В каникулы для детей работает бесплатный подъемник. Ребята могут провести свободное время с пользой для здоровья. Для помощи школьникам, которые не стоят на лыжах и сноуборде, будут привлекать инструкторов. Кроме того, решает вопрос по провозу детей к месту катания. Параллельно решаем вопрос, как подвести сюда детей бесплатно из города. Прежде всего, ребят, которые занимаются в русской горнолыжной школе, на всех отделениях и фристайл, и сноуборд, горные лыжи, лыжные двоеборья, прыжки на лыжах с трамплина, с тем, чтобы они не испытывали как бы вот этих нагрузок финансовых, потому что билет сегодня на автобус не дешево стоит. Мы это включим все в программу развития физической культуры и спорта в городе Магадане. Детям инициатива мэрии по душе. Ребята свободное время с удовольствием проводят на свежем воздухе. Только когда узнал, что сразу можно кататься бесплатно, сразу же приезжал на автобусе с родителями. Катаюсь почти каждый день. В русской горнолыжной школе занимается около 500 детей. Как отмечают тренеры, этот вид спорта очень актуален, ведь Магадан – снежный город. И кататься на лыжах и сноуборде можно до весны.